Нужны огромные энергии и искреннее стремление выйти за привычные рамки, чтобы оригинальная идея прошла путь от удачной мысли до технического воплощения. Благодарю вас за то, что, реализовав на практике свои замыслы, вы заставили их работать, принеся пользу экономике страны. Дорогие лауреаты, разрешите мне еще раз от всего сердца поздравить вас с присуждением премии правительства Российской Федерации, а для продолжения нашей церемонии приглашаю всех пройти в фойе.